На копье Адуна закончено воссоздание нового типа войск. Теперь ты можешь выбрать одну из принадлежащих к нему боевых единиц. Мы получили доступ к новым роботизированным осадным системам. Иерарх, тебе нужно сделать выбор. Мы создали новых роботов по спецификации Аларак. Будем надеяться, что он передал нам полную информацию. Адун Таридас. Я вернулся. Темные стражи ждут. Почему именно Индион выбрали той планеты, вокруг которой должен был вращаться Гиброс? Тысячи лет на нем проводились научные исследования. Лучшие умы протосов находили здесь уединение от политических дел, чтобы развивать технологии, которые могли бы принести пользу Империи. Именно здесь родилась идея о Псиматрице. Когда чистильщиков решили отключить, они стали символом величия и опасности технологической мысли. И тогда их решили доставить в эту исследовательскую колонию? Она как нельзя лучше подходила для этой цели. Именно здесь находились наши величайшие ученые, которые постоянно совершенствовали стазисное поле Киброса. Сколько всего их было на планете? 800 тысяч кхалаев и армия тамплиеров. Надеюсь, их смерть была быстрой. Киброс не сможет долго противостоять зергам. Нужно действовать быстро и попробовать спасти чистильщиков. Ответь мне честно, Феникс. Ты веришь в то, что чистильщики согласятся нам помочь? Не знаю. Наверное, их переполняет гнев. Обида за то, как поступили с ними наши предки. Делаамы — это не конклав. И сегодня мы едины, как никогда прежде. Поэтому чистильщики должны получить право самим выбирать свою судьбу. В отсутствие свободы народом можно управлять, но при этом он никогда не будет единым. Ты прав. Но сегодня перворожденным не нужен еще один враг. Я верю, что твои действия позволят нам избежать его появления. От твоих действий зависит будущее всех тамплиеров и чистильщиков. Но сейчас настало время действовать, Иерарх. Нас ждет нелегкий путь, но его не избежать. Спасибо тебе, друг. Твой план сработал, Каракс. Стазисная сеть деактивирована. За дело. Если мы активируем Киброс, он запустит свои защитные протоколы. Очистильщики. Они дремали тысячи лет и все еще озлоблены на нас. Если они нападут, нам придется сражаться еще и с ними. Мы уже подвели их однажды, не ведая, что мы создали. Пусть это лишь копии, но в них живут настоящие тамплиеры. После длительного общения с Фениксом, я готов тебе поверить. Полагаю, ты хочешь подчинить этих механических воинов своей воле. Они будут свободны, как и Феникс. Прошлая попытка сделать из них рабов привела к восстанию. О, ты испытываешь мое терпение своим наивным идеализмом. Идеализмом? Они копии наших величайших воителей.
Мы собираемся освободить твой народ от Малаша, а ты хочешь поработить мой? В свободе кроется слабость. Я свергну Малаша и спасу соплеменников от гибели. Но свободными им не быть. Все Талдаримы будут служить мне. Свобода — это миф, который сильные придумали для слабых. Ты говоришь как Амун. Если хочешь жить, тебе лучше пересмотреть свою точку зрения. Сделай этого робота Феникса новым вершителем среди чистильщиков. Пусть они исполнят свое предназначение, став идеальным оружием. Теперь, когда стазисная сеть отключена, зерги начали заражать поверхность Киброса. Мы должны действовать быстро, если хотим спасти чистильщиков. Тамплиеры готовы, Иерарх, и ждут лишь твоих приказаний. Архивы не обманули. Зерги действительно сильный противник. Их зараза уже распространилась по поверхности Киброса. И гибриды Амуна начали укреплять ульи. Чтобы выиграть эту битву, нам понадобится помощь чистильщиков. Действительно, судя по планам станции, система энергоснабжения Киброса состоит из 4 секторов. Каждый из них запечатан 3 нулевыми схемами. Если уничтожить все схемы в секторе, его питание восстановится, и содержащиеся в нем чистильщики пробудятся. Мы должны охранять матрицу ядра. Если зерги ее уничтожат, пойдет и Киброс. Иерарх, мы должны найти нулевые схемы как можно скорее. Арданис, возле ядра есть несколько отключенных от питания пушек. Если дополнительно укрепить эту позицию, мы сможем выстоять. Зерги готовятся к нападению на матрицу ядра. Воины, защищайте ее! Вермах!
отступаем. Мы должны уничтожить нулевые схемы. Чистильщики свяжут зергов боем и замедлят их продвижение к ядру. Я засек самостоятельное пробуждение чистильщика. Погоди, что-то не так. Его матрица поведения неисправна. Его соларитовая матрица памяти стала нестабильной, и это необратимо. Его нужно отключить. По крайней мере, мы сможем использовать его соларит. Вступаю в бой. Адаптируются к нашим действиям. Они начали защищать нулевые схемы. Час триумфа. Вот она, нулевая схема. Уничтожим ее, и ток энергии восстановится. Во имя многих. Наши войска вступили в бой. Адум Таридас. Серги нападают с северо-востока. Они пытаются прорваться к нашему Нексусу. Трицу ядра напали. Ее нужно защитить.
Уменьшение завершено. Матрицу ядра. Оттесните их. База атакована. Увеличивается. План в действии. Чистильщики просыпаются. Я вершитель Главарион. Обращаюсь к лидеру перворожденных. Вершитель Главарион, твои деяния по сей день ставят в пример всем тамплиерам. Оставь свою лесть. Что ты хочешь от чистильщиков? Братья, вас создали, чтобы защитить Империю, но к вам отнеслись без почтения подобающего тамплиерам. Я прошу вас вспомнить свой священный долг тамплиеров, простить наших предков, сражаться вместе с нами на равных. Скажи, что говоришь правду. Помоги нам ликвидировать заразу пришельцев. После этого мы продолжим разговор. Дозорные! Выдвигайтесь к укреплениям пришельцев! Ликвидируйте захватчиков! Иерарх, в атаку на матрицу ядра идут гибриды. Мы должны укрепить оборону. Снова в строю. Прекрасный день, чтобы умереть. Ад, мой путь сокрыт в тени. Улучшение завершено. Прекрасный день, чтобы умереть. Я вернулся. База атакована. Я вернулся. Прекрасный день, чтобы умереть. Линию обороны. Так. Айор будет отомщен.
Ожидаю приказа. Группа нулевых схем находится здесь. Активирован. Система энергоснабжения Киброса восстановлена на 75%. Настал наш час, братья. Уничтожайте чужеродные формы жизни, не зная пощады. Павшие снова встают.
Питание полностью восстановлено. Гиброс пробуждается. Иерарх, энергоснабжение Гиброса достигло максимума. Чистильщики ликвидируют оставшихся зерков. Продолжаем бой, братья. Убейте их всех до единого. Иерарх, меня отключили от систем Гиброса. Ядро активируется. Оно готовится открыть огонь. Валарио, что ты... Начинаю ликвидацию. Вся жизнь на Индионе уничтожена. Все кончено.